понедельник в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, плюс 21, плюс 23 днем, ночью 14-16 выше 0, северный ветер 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани на небе облака. В дневное время плюс 20 градусов, ночью 12 выше 0, северный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью 12 выше 0, северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно. Днем плюс 19 градусов, ночью плюс 11. Северный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%.